На конкурс дети читают стихи. Григорий Антоненко, 9 лет, город Ачинск. Александр Твардовский из поэмы Василий Чёркин. Нет, ребята, я не гордый, не заглядывая вдаль, так скажу. Зачем мне орден? Я согласен на медаль. На медаль и то не к спеху. Вот закончили б войну, вот бы в отпуск я приехал на родную сторону. Буду жив еще, едва ли, тут воюй, а не гадай. Но скажу насчет медали, ты ее тогда подай. Обеспечь, раз я достоин, и понять вы все должны, дело самое простое, человек пришел с войны. Вот пришел я с полустанка в свой родимый сельсовет. Я пришел, а тут гулянка. Нет гулянки? Ладно, нет. Я в другой колхоз и в третий. Вся круга на виду. Где-нибудь я в сельсовете на гулянку попаду. И явившись на вечерку, хоть не гордый человек, я б не стал курить махорку, а достал бы казбек. И дымил бы папиросой, угощал бы всех вокруг. И на всякие вопросы отвечал бы я не вдруг. Как, мол, что? Бывало всяко. Трудно все же? Как, когда? Много раз ходил в атаку. Да, случалось иногда. А девчонки б на вечерке позабыли всех ребят. Только слушали б девчонки, как ремни на мне скрипят. И шутил бы я со всеми, и была б между них одна. И медаль на это время мне, друзья, вот так нужна.